Всем привет! Сегодня мы будем делать чайку из бумаги. Нам понадобится линейка, ножницы, карандаш и клей. Берем бумагу и складываем. Вот так. Кладешь, да? Ага. Я тебе помогать буду. А это будет. Ровно надо. Подожди, так вот, и вот так вот. Ровно надо делать. Угу. И хорошо прижимать, да? Угу. Из бумаги надо сделать квадрат. Берем линейку и карандаш. Отрезаем, чертим и отрезаем. Отрезали. Теперь складываем вот так. Вот так теперь. Прижимаем, да, сильно? Угу. И хорошо прижимаем. Так. Скажи, как получилось. Вот так вот получилось. Теперь сделаем. Вот так. Ну, так, сперва. А, вот. До серединки угол еще. Да? Ага. Так вот, покажи здесь. На этот. Ровно. Угу. Прижимать хорошо надо. Теперь половинку этой половинки. Эй, вот так вот. Вот давай так. Здесь. Вот. И половинку этой половинки. И еще половинку загибаем вот к этой части. Да? Вот. Вот. Все? Угу. Теперь вот так. Вот здесь вот пока. Теперь складывай. Не так, а вот отсюда. Давай. Вот так вот. И до конца. А вот здесь вот. А хорошо, надо это прижимать. Угу. Сильно. Давай, делай дальше здесь. Со всей силы надо. И последний. Еще. И последний раз. И последний. Самое главное дело, вот здесь вот надо уже закруглять как будто бы, да? Ага. Вот так вот. Давай из этой бумаги делай, сворачивай. А клей? Сейчас, нет, пока вот эту сворачивай. Вот эту. Загибаем также белую бумагу, да? Угу. И прижимаем со всей силы. Угу. Прижимаем. Сейчас, подожди. И последний. И еще один. Хватит, наверное? Вот, все, хватит. Теперь тоже закругляем. Подвигай. Делаем вот так вот. Заклеиваем. Так,
Поставили на весу. И здесь. Давай здесь показывай. Делаем так вот. Засовываем поближе. И прижимаем. Подальше, поглубже. И так же сделаем со второй. Здесь закруглять надо, я не закруглял. И цепляем. И опять нужен клей. Здесь вот. Делаем. Теперь берем вот эти пластинки. И вот так. И прижимаем. Ага. Вот так вот получилось. А давай крыльями поменяемся. Это сюда крылья, чтобы разноцветное было, а это сюда. Ага. Это хорошо. Сюда. Только надо центр сперва крылья сделать. Примерно сделать. Загнуть. Вот так вот. Выкрылышек. Теперь на наоборот приклеить. Да? Ага. Намазываем. Здесь показывай. Угу. И краем. Нет, не краю, а вот внутреннюю часть. Угу. Вот так вот. Вот так вот. А я пока сделаю другую. Вот так вот. А потом будем ее запускать. Получилось. Клей? Здесь. Вот намазали. Вот тут центр. Так, наоборот. Угу. Потом будем запускать. А потом камеру приведем, не будем запускать. Потом. Так вот. Так вот получилось. Вот такие две чайки. Сейчас будем запускать. Какие у нас чайки? Только они хорошо летают, когда с балкона запускаешь, а на маленьком расстоянии они плохо летают. Да? Угу, пап, давай запустим дома. Все, вот у нас такие получились. А еще желание же надо написать. Да, я сейчас напишу. Прижимаем хорошо. Так вот, прижимаем. Пишем желание. Сейчас будем мы запускать. Самое главное дело здесь и найти центр. Делаем. Центр. Пишем. Вот сейчас. Центр найти. Пишем желание. Потом желание пишем. Центр найти. И вот здесь вот. На крыльях центр. Так. Вот. После этого только можно клеить. А иначе у вас криво полетит. Да. Да? Угу. И ровно крылья заклеить, а то у вас криво летать будет. Мы вчера делали. У нас получилось. Центр искали. Да. Как же заклеить ровно? И вперед крылья ставили, и назад. Вот надо клеить вот на уровне. Ага. Вот здесь. И сейчас будем запускать. Чтоб ровно было вот здесь вот. Вот. В интернете искали, не нашли, решили сами ролик сделать. Вот такие чайки у нас получились. Всем пока!